Друзья, всем привет! Вот мой череночник. Вот мои черенки, которые я зачеренковал. Черенки 23-го года. Как можно видеть, укоренение неплохое. Я бы сказал, даже очень. Есть выпады, но они несущественные. Можжевельники. Можжевельники Blue Arrow. Туя складчатая. Туя книжка. Можжевельники. Чувствуют себя неплохо. Уже начали просыпаться. Туя шаровидная глобоза. Укореняется вообще на ура. Отлично, в этом году буду черенковать намного больше. Опять туя складчатая. И вот смарагд. Здесь вот разнообразие немножко. Даника. Тоже укоренилась неплохо. И вот туя смарагд. Выпады есть, но совсем мало. Такие черенки. Напоминаю, черенки 23-го года были укоренены. Вот такие вот красавцы. У нас пока еще зима полным ходом. Ну, уже через месяца полтора. Два, я думаю, мы с вами их пересадим в горшочки. И зачеренкуем новых. В этот череночник. И в соседний участок. Там будем делать череночники новые. Будем расширяться. Будем делать новые черенки. И, конечно же, в большом количестве. Вот такая вот красота. Как это можно не любить? Это же просто сказка, просто песня. Вот так. Все, друзья, всем пока, хорошего настроения. Все будет хорошо. Пока.